начала вязания нам нужно набрать 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Заходим в первую петлю и соединительной петлей замыкаем круг. Провязали 2 воздушные петли подъема, 1, 2. Заходим в кольцо и провязываем столбик с накидом, 1, 5 воздушных петель. Заходим в кольцо и провязываем 2 столбика с накидом с одной вершиной. Я провязала 1 столбик с накидом, оставила на крючке, и 2 столбик с накидом. На крючке у нас 3 петли, провязали все одной петлей. 5 воздушных петель, 4, 5. Провязываем группу столбиков, 2 столбика с накидом с одной вершины. 1 столбик оставила на крючке и 2 столбик. На крючке 3 петли, провязали все одной петлей. 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Провязываем 2 столбика с накидом с одной вершины в кольцо. На крючке у нас 3 петли, провязали все одной петлей. 5 воздушных петель. У нас должно получиться 8 групп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вяжем последнюю группу из 2 столбиков с одной вершиной. На крючке у нас 3 петли, провязали все одной петлей. 5 воздушных петель. И заходим в первую петлю подъема и провязываем соединительный столбик. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 3 накида на крючок. Заходим в 5-ю петлю от крючка на воздушной цепочке и провязываем столбик с тройным накидом. 2 петли вместе провязали. Делаем тройной накид на крючок. У нас в столбике с тройным накидом здесь есть перехлест первого накида. Мы заходим в эту петлю под накидом и провязываем столбик с тройным накидом. На крючке 2 петли, провязали все одной петлей. У нас получился 2 столбик с тройным накидом. Тройной накид на крючок. Здесь тоже находим первый накид на крючок. Заходим в петлю и провязываем столбик с тройным накидом. 1, 2, 3. 2 петли вместе. У нас получился 3-й столбик с тройным накидом. Тройной накид на крючок. Заходим в первый накид в столбике с тройным накидом по 2 петли и провязываем столбик с тройным накидом. Один, два, три. На крючке 2 петли, провязали все одной петлей. Последний столбик с тройным накидом. Находим первый накид на столбике с тройным накидом и заходим в эту петлю под 2, под полную петлю, и провязываем столбик с тройным накидом. Я провязала 5 столбиков с тройным накидом, 5 воздушных петель. И теперь нам надо провязать вторую сторону. Нам сначала надо провязать 4 столбика с двойным накидом, и в последний столбик мы вяжем столбик с тройным накидом. Мы набираем двойной накид на крючок, заходим в первый накид столбика с тройным накидом в петлю и провязываем столбик с двойным накидом. 1, 2, 2 петли вместе провязали, двойной накид на крючок. В следующем мы заходим в то место, откуда у нас был провязан предыдущий столбик с тройным накидом, и провязываем столбик с двойным накидом. Провязали, двойной накид на крючок, заходим в столбик предыдущего ряда и провязываем столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок, заходим в основание столбика предыдущего ряда и провязываем столбик с двойным накидом. Провязали. Мы уже связали 4 столбика. Последний, 5-й, у нас столбик с тройным накидом. Мы заходим в то место, откуда у нас шел столбик с тройным накидом предыдущего ряда. И провязываем столбик с тройным накидом. Провязали. Делаем тройной накид на крючок. Заходим под арочку и провязываем столбик с тройным накидом. Тройной накид на крючок. Заходим в основание, вот сюда, вот где у нас идут полоски, накид налево. Вот заходим в первую петлю по 2 ниточки и провязываем столбик с тройным накидом. 1, 2, 3, 2 петли вместе провязали одной петлей, тройной накид на крючок. В каждом последующем столбике с тройным накидом мы заходим под накид предыдущего ряду, получается, и провязываем столбик с тройным накидом. Провязали. Тройной накид на крючок. Заходим опять под накид предыдущего столбика и провязываем столбик с тройным накидом. На крючке 2 петли провязали вместе. Последний столбик с тройным накидом. Заходим под накид предыдущего ряда у основания столбика и провязываем столбик с тройным накидом. Мы провязали 5 столбиков с тройным накидом, 5 воздушных петель. Теперь нам надо провязать 4 столбика с двойным накидом. Делаем двойной накид на крючок и заходим под первый накид столбика предыдущего ряда и провязываем столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок. Заходим в следующий столбик и провязываем столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок. Заходим в следующий столбик и провязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. Его видно. Вот откуда у нас выходит столбик с противоположной стороны. Мы заходим в эту петлю и провязываем столбик с двойным накидом. Тройной накид на крючок и заходим в основание первого столбика предыдущего ряда и провязываем столбик с тройным накидом. Мы с вами связали второй луч. Довязала я до конца ряда 8 лепестков. Заходим. У нас было в начале ряда предыдущего 5 воздушных петель. Мы заходим в пятую петлю и соединительной петлей замыкаем круг под 2 ниточки. Провязали. Теперь нам надо провязать обвязку. Мы можем провязать либо той же нитью, либо, если у кого есть люрексом, можно просто однотонной или другим цветом, например, вот голубеньким можно, красным, зеленым. Я хочу попробовать люрексом. Заходим, значит, в петлю предыдущего цвета, затягиваем ниточку, берем эти 2 ниточки люрекса отделочной, и у нас есть 5 столбиков. Первый столбик мы уже зашли, вот надо 4 столбика обвязать, ну или провязать 4 столбика без накида. Мы заходим в арочку, 1 столбик без накида, в следующую арочку столбик без накида, в следующую. Мне кажется, так будет поинтересней. В следующую арочку. Нить мы проводим по всему вязанию, чтобы у нас она не оставалась. Столбик без накида. 3 воздушные петли. Это у нас пико. Возвращаемся в первую петлю. Соединительным столбиком делаем шишечку. 3 воздушные петли. Возвращаемся в первую. Соединительной петлей делаем пико. 2 столбика без накида. 1, 2. 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь вяжем обратно. 2 столбика без накида. 1, 2. Как здесь. 3 воздушные. Возвращаемся в первую петлю пико. Провязали. Отодвигаем. Вяжем 2 столбика без накида. 1 в эту же арочку. 1, 2. У нас получилась такая красивая иголочка. 3 воздушные петли. Пико. Возвращаемся в первую петлю. Вывязываем соединительную петлю. Теперь заходим в луч. Провязываем 4 столбика без накида. 1. В следующую арочку 2. В следующую арочку 3, в следующую арочку 4. Мы с вами обвязали 1 луч. Давайте закрепим на втором луче, и дальше вы провяжете сами. Заходим в луч, провязываем первую арочку столбик без накида, во вторую арочку столбик без накида, в третью арочку столбик без накида, в четвертую арочку столбик без накида. Провязали. Вот так. 3 воздушные петли. Возвращаемся в первую петлю пико. Заходим в арочку 2 столбика без накида. 1, 2, 3 воздушные петли. Возвращаемся в первую петлю пико, 2 столбика без накида, 10 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Заходим в эту же арочку, 2 столбика без накида, 1, 2, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Возвращаемся в первую петлю, вывязываем соединительной петлей столбиком пико. В эту же арочку 2 столбика без накида, 1, 2, 3 воздушные петли. Возвращаемся в первую петлю пико. Заходим в арочки и вывязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Мы с вами связали, обвязали еще один луч. И так до конца ряда. Провязав до конца ряда, мы заходим в первую петлю, соединительной петлей замыкаем круг, обрезаем нить, поправляем всю ниточку, прячем, и вот такая красота у нас получилась. Спасибо, что были со мной до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. А всем пока-пока!